В конце февраля текущего года в полицию поступила информация о том, что 52-летний местный житель незаконно хранит боеприпасы. В результате проведенных мероприятий данное сообщение подтвердилось. Полицейские обнаружили изъяли боеприпасы, в том числе 6 патронов к нарезному огнестрельному оружию. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование. Сергей Севастьянов, начальник отделения полиции номер 14, ММО МВД России, Темниковский.